Итак, всем привет, с вами StormCraft. И это Клемми Геймс Indie Geek This Week 06-12 июнь 2022. Ты Стуки понял? It's Стуки? Стуки ты. Окей, ты там такой. Стуки. Короче, погнали. Клемми Геймс, все дела. А я пошел дрочить кнопки. Hello, Unigame fans. It is finally here. The biggest week in gaming announcements and... Ах, да. Точно. Я понял. О. Благодарить. Опять черный экран, что ли? А, нет, ничего. Ладно. Поехали. Это что такое? Это Vampire Survivors? Excitement is upon us, with Jeff Keighley's Summer Game Fest kicking us off on Thursday, with others of interest being the Xbox and Bethesda showcase, as well as a couple of indie focused ones, including Direct, Guerrilla Collective, Wholesome Direct, Future Games Show, and the PC Game Show. There's plenty to look forward to. However, очень if you're itching странно. To play something and not это, just look Vampire Survivors, with a decent номинант на игру года. See what's new in this edition of indie gaming this week. Не пой. Ладно. Let's begin with Free Fight, an action roguelite that is... Free Fight! Рогалик! Выходит 10 июня. Я просто похлопнял, не кажется. А знаешь, что он напоминает? Он сказал, это Vampire Survivor's title. Ну да, я так и понял. Off against hordes of enemies without that much. Игра, где ничего делать не надо, просто ходить влево, вправо, вверх, вниз. Input. Rather, your attacks are automatically fired off, where it is of interest because it is free and comes to us from. Это если что, геймплей автоматически все происходит, ты только стрелочки нажимай. Plesaurus, who also made Clicker Heroes, making it one of interest. Похоже на Clicker Heroes. Ну, может быть, просто закликай. Хотя тут даже кликать не надо. Пацифиш! От слова пацифиш, только пацифиш. Рыба пацифиш, понятно. Да, Айдол. О нет, только не Айдол. Алло. Ла-ла-ла. Та-ра-та-та-та. Ну ты мешаешь, блин. Записываем. Ай, блин. Ну, для зафилова это бан будет. Если я включу этот трек. Мгновенный бан. Ну, это айдол. Ну, это игра, короче, которая играет сама в себя. Ты ничего не играешь. Ну, может, донатишь только, если... В этой игре нужно только деньги класть. Всё. Ну деньги класть надо. Эта игра я создана говорю, для того. Говнецо или не говнецо? Ну как сказать, это просто дрочилка. 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 Ну если я камнедробилка перевожусь, то это дрочилка. Of catching fish, you can breed them, очень интересно, очень интересно, Клемми. А можно хотя бы нормальные игры? Неужели, я не удивлюсь, что у меня дизлайков наставит. Почему один день? JRPG мы смотрели, там нормальные были игры. Понятно, что делать не все, а все и быть не могут. Я сказал нормальные игры. Это что такое? Пазл? Пожалуйста, почини дорогу. Название классное у игры, конечно. Ариэль Журковский, Юрковский. Разработчик. Ариэль. Только не принцесса. I don't think it's one of those insane challenging games like Baba is You, but... Ну или Ариэль, которая дочь Тритона в русалочке ну, да. Диснеевской. There is something oddly satisfying about this game.
Ну и чё это? Опять строить. Мы строили. И наконец построили. Зов клюква. Ой, господи. Нет, не надо мне такого зова. У него мышка. А, мышка, играть. Стратегия, вот это. Кто-нибудь будет в эту стратегию играть? Любители стратегии, напишите. Я про Вархаммер нормально вроде высказал, сам мне дизлайк кто-то поставил. Да и пофигу. Как хотите, так и делайте. Я все равно их не вижу. Хоть завалите. Знаете, что благодаря вашим дизлайкам популярность ролика растет. Карточный рогалик? Или чуть-чуть карточная стратегия? Карточный рогалик! Или это карточная стратегия, скорее всего? Нет, стратегия написана. Хотя он может и в рогалике написать стратегию. Ну и что это? Извините, что я останавливаю видео, но я должен высказываться. Все тут на английском языке, вы все равно ничего не поймете, а я хоть как-то буду что-то объяснять. Почему осуждаешь? Некоторые люди могут понять. Ну, некоторые. Но все равно людей больше тех, кто английский язык не понимает. Похоже на Kingdom. Окей, на Kingdom. Кому, короче, нравится этот пиксель-арт? Ему все нравится в этой игре. Неудивительно! Я даже не понял, в что там играть. Следующая игра — космические линии издалека. Что это? Лучший мультиплеер. Это что? Что это за блин, кринжовая? Ты что за кринж, блин? Все, это я ставлю на. Это я на аватар ставлю. Ну что это за кринж? Space is a vast, ever-changing and dynamic collection of amazing sights. Что это за игра? Космический симулятор? Космическая стратегия? Space lines from the far out is a chaotic local market. Co-op multiplayer. Alien airline with a fantastic trailer, so enjoy. Блин, мне так кринжово с этой бабой. Superior on board entertainment. Well, it seems like someone likes taking breaks. Что это за кринж? Let's increase the size of this flight crew. Это кринж такой, это просто кошмар. Вот это, где она это была? Вот это баба, я вот так вот смотрю на нее. Баба! Ты какого фига тут вообще делаешь? Let's increase the size of this flight crew. Ну и кринжатина. Do you enjoy shopping? Then what better way to wait for your next... Да, еще одна игра, от которой я кринжанул, реально. Space may be a lot of fun, but it can also be dangerous. That's why we have rigorous safety. Не, лучше верните игры по Вархаммеру, чем эту кринжатину смотреть. Че, его вырвало, что ли? Чего, блин? Our staff will ensure you have the safest, most comfortable flight experience. Да, его реально вырвало. Офигенно. Его вырвало, вот другой убирает. Remarkable quality and service is our top priority. And that's why we have been consistently evaluated, certified and approved. А что думает модератор по поводу этой игры? Модератор, ты где? Модератор, ша-ля-ля.
А модератор исчез куда-то. Блин. Да он исчез-то. Ладно, досмотрим без модератора. By the health inspection service. In the unlike... Погодите. Да, все нормально. Проверил захват. Event of space anomalies, our staff is more than prepared to handle any emergency. Ну что это за кринж? Да что это такое? You can rest assured that our passengers are never left unattended. Кто-нибудь на работе стол поставит вот эту женщину? Я думаю, нет. Разработчик кофе нафтс. Ну как астронавты, только кофе. Ну понятно, опитый кофе. Только под кофе можно такую игру создать. Они, короче, не спали сутками. Неделю не спали, только на кофе сидели и игру делали. Поэтому и сделали вот что сделали. Hey there. No need to look defeated. A destroyed ship isn't a problem if you remember to buy insurance. А можно уже... Чё, прям... Чего? Что за... Растрёпанная преобразилась. Но чё-то никак она не преобразилась, если честно. Что это за... Нет, я не знаю, в этой игре реально будут люди. Европейцы в это, наверное, будут играть. Мы-то, наверное, вряд ли будем играть. У меня кринж с этой игры. Кринж реальный. Но почему-то это похоже на какой-то Overcooked. Хотя я Overcooked не играл, но видел что-то подобное. Там. Господи, кринж. О, большая игра. Ягер. Окей, Ягер. И что это? Большая игра. Ну это типа не инди, да, будет сейчас? Psycho Frontier. PvE, FPS. Ясно. PvPvE. Multiplayer shooter in a sci-fi. PvPvE. In early access on the Epic Game Store in 2019. Из раннего доступа вышло. В Epic Game Store. Вышло в Steam. Ну, игра про графон. Ну, не про графон. Ну, как сказать, графон. Относительный такой графон. Только для бесстрашных. Блин, каким-то хау пахнет. Хэва. Точнее. Хэва, Destiny, вот этими всеми космическими шутерами. Не знаю, мне так кажется, что это тоже какая-нибудь типа Second Extinction. Какая? Расстрелять, защитить, потом на базу улететь. Ну такое себе. О, симулятор строителя. Если что, я был каменщиком, и я знаю, что такое строительство. Поэтому вот эти кирпичи, все вот это, я все это знаю. Керамические, силикатные. Но так, по-моему, никто не строит, алло. Это странное у вас строительство. Что это за строительство, а? Алло. Чё, блин? Что за геймплей странный? Я ничего не понимаю. Что за анимации тупые? Где, блин, строительство-то реально? Почему все само делается? Он только рука не показал и все. Чивалри 2. Ну это тоже типа какая-то ПВПшка, ПВЕшка. Будут драться люди в костюм, в этих доспехах с мечами. Чивалри? Да.
А может, я играл в Chivalry Medieval Warfare, Chivalry Deathless Warrior. Ага. Мне не нравится. Мультиплеерный экшен. Мне не нравится. Окей. Просто потом надоело чуть-чуть. Ну ты понимаешь, что я в такое играть не буду. 12 июня выходит. Не мое. Канадская игра. Мое, но быстро надоедает. Ну вот они такие игры и есть, они быстро надоедают. О, так там и эти разработчики Killingfloor'а принимают участие, вон они. Tripwire или как они, как их называют-то? Tripwire. Tripwire, да? Ага. Ну вот, они тут принимают участие. Ну, честно, мое мнение, Chivalry, это как For Honor. Ты так согласен, что это как For Honor? Нет. Нет? Не согласен. Конечно, нет. Почему? Не похоже. Ну, тоже PvP-шка. И что? Так, тоже в доспехах, тоже с мечами. И чё? Или Мордау. Тоже это самое. Это ещё не... Мордау нет, не похоже. Мордау вот как раз-таки похоже на Chivalry. Мордау похож на Chivalry? Так я про нее и сказал на Chivalry, что походит For Honor или Мордау. Ну ты сказал Мордау. Ну окей. Ладно. Ну для меня они все одинаковые. Для меня они все одинаковые. For Honor тебе понравился? Не очень. Я прошел сюжет. Все. Я играл в бета-тест сначала, потом уже играл в сюжет. А так я его играть как игру-сервис не собираюсь. Мне неинтересно это. Эти PvP, сражения один на один, все дела. Не мое это. Как любая игра с PvP, с PvE. Я не понимаю вообще, почему люди так и любят эти PvP, PvE. Это скучно до ужаса. Империум. Империум все! Все! На самом деле не все. Это не русский язык, это BCE. Но мне кажется, что все написано. Империум все. Это стратегия. Это сразу видно. Видишь? Империум все. А на самом деле Империум BCE. Стратегия в реальном времени. Очень интересно, он говорит. Похоже на Age of Empires. Я Age of Empires не играл. Ну, знаю, видел, но меня почему-то не заинтересовало. Ну, я сразу говорю, я не любитель жанра стратегий. Поэтому если ставить не дизлайки, ну, ставьте, мне пофигу, если вы любители стратегий. Для меня стратегии это Дюна и Warhammer Dawn of War. Вот, чтобы вы знали. Но не это. Еще казаки могут уже выделить. Ну или какие-нибудь тактики. Что-то не выглядит интересно. Это какая-то PvP, а не стратегия, блин. Ну, что-то как-то, по-моему, хиловато для стратегии-то. Как-то выглядит странно. Это что такое? Опять какой-то первый... это игра по этим! Как они? Разрушители легенд-то? Шоу такое американское. Симулятор, разрушитель... Ну, короче, симулятор первого лица, разрушитель легенд, игра. Понятно. Разрушитель легенд, ты смотрел, Василий? Да, конечно. Мифбастерс. Конечно.
game is an officially licensed game of the Discovery TV show, where you're conducting... Да, я знаю, что это TV-шоу, я знаю. И мне нравится. Ну, она мне тоже нравится. Но она закрылась вроде. Experiments to find out the truth, ну да, behind history закрылась перед... Well. History, канал History закрылся? Да. Серьезно? Канал History показывал этого, как он там, викингов. И не только викингов. History, по-моему, Разрушители легенд, они раньше, по-моему, закрылись, чем History закрылся. Ну, я на History только викингов помню. Я больше ничего не помню. Я Разрушитель легенд смотрел не на History, а на... Не помню, на каком канале. Ну, у меня были каналы кабельные, спутниковые, и там был этот Разрушитель легенд. Я не помню, только какие каналы. То ли Showcase, то ли Discovery какой-то был, то ли еще что. Это что такое? Роу Кэролс. Ну это рогалик. Далеко не ходи, это рогалик. Да. Да. Это рогалик. Аренный такой рогалик. Так, понятно, тут у нас еще и случайно все выпадает. Восстанавливать немного здоровья после каждого убитого. Окей. Ну, рогалик и все тут. Это что такое? Опять какой-то RPG-мейкер. Мышка. An ambitious-looking action-adventure crafting title is Shadows of Ash. Action-adventure crafting Shadows of Ash ранний доступ. Не интересно. Крафтинг. Руби и деревья, камни и прочее. Ну, в общем, если вам нравятся вот симуляторы вот эти вот с крафтингом, фермы и прочие симуляторы жизни, то ладно. Но этих симуляторов столько много, что можно выбрать куда интереснее, если вы, так сказать... Ну, если вы, конечно, во все еще не играли. Asha, where it is up to you to stop a great evil from destroying your town, with plenty of weapons, resource gathering, crafting and upgrades being an early access title worth keeping an eye on. Ну, что скажет Василий, я модератора хочу услышать. Модератору нравится? Дрочево. Нет, не нравится. А, ты боссу дрочишь? Нет. Мимик был. Меня прогнали из боссу. Я говорю, мимик был. Это я слышу. Но опять же выглядит как коренная игра. Или это босс? Да нет, это не босс. Вот это босс. Да, по 1% босс отнимается. Это действительно...
Это действительно дрочу. По одному проценту. У него 100%, ты по одному ему отнимаешь. О, ну шутер. Finally, if you love shooter maps like me, Space Wing War will be of interest and intense Space Wing War title that, most curiously, has a square resolution that makes it look like a Game Boy title looking very retro. Чё, опять рогалик? Опять рогалик, серьёзно? Ну-ка, ну-ка. Я хочу проверить, рогалик это или нет. Нет, это не рогалик. Ну, выглядит... Мой батя собирается идти на рыбалку. Пускай идет. Ну, скроу-шутер какой-то. Да не особо он хорошо выглядит. Ну да ладно. Можно глянуть. Это можно глянуть. True indeed. Хотя выглядит он не очень, если честно. А какая твоя любимая героиня в бесконечном лете? Даже не знаю. Let's kick off the top 5 with justice.exe. О, это Василию понравится. Повествовательный симулятор. Ну только не эта хрень. It is one part Ace Attorney, one part Cyberpunk, and one part Papers, Please, looking to be quite the unique entry. Cyberpunk, Papers, Please, понятно. Как... Вот это вообще интересная игра, капец. Пока самое интересное из всего, что я тут видел. It is set in the year 2279, when many forms of AI have actually gained sentience, resulting in moral ambiguities that you need to tackle when defending your clients. Я и не удивлюсь, если эта игра станет хитом. Наверное, удивитесь, но это так и есть. Это может игра стать хитом. Хотя, мне кажется, зрителям, наоборот, моим понравится эта игра. Без шуток. Как же он видео растягивает, а? Может, хороший бы? Покажи что-нибудь другое. Это чё? О, металл пошёл. Back to more classic action titles here with Mad Shot, a roguelite platform. Ай, рогалик. Comic book art style, where you fight off Eldritch abominations. Рогалик с металлом. Рогалик с металлом. This previewed extremely well in demos, but the acrobatic flips of the characters were a delight, and add to that the eldritch powers that you can use, and you have something interesting. Ну, выглядит он интересно, но это опять рогалик, ё-моё. I've bent the rules before. This time... И в раннем доступе ещё. Зон за счёт. О, опять какой-то металюга, или кто это? Или хипстер, или хиппи какой-то на пенсии. А, это Postal уже. Это же Postal был. Это же Postal. Бумер шутер! Ха-х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 а
Ну, племя, блин. Серьезно, бумер-шутер? А может, бумер-шутер? Почему бумер? Бумеры — это ведь те, которые еще в 90-х пивачку бумер жевали. Какая, какие нафиг бумер-шутер? Постова еще тогда не было, по-моему, да? Или был? Постов, по-моему, в 2000-х появился. Ой, капец! Поврежденный мозг. Постов. Бумер-шутер. Бумер! Я не могу с этого. Set within the mind of Poster Dude, so it is of interest. Я думаю, что это за мужик? А это, кажется, Постов был, блин. Не узнал Постова. О, можно ссать. Этого, его зовут как-то по-другому. Да, его как-то по-другому зовут. Да, но я уже не помню как. Но я прошел Постова. It does also come to us from the developers of Elderborn and Heart West, rather than the original developers, with the twisted mindscape of the character giving the potential for all чего? Sorts of crazy. От разработчиков кого? От разработчиков? А с разработчиков Elderborn это вот этот вот Dark Souls-like от первого лица? И Hard West, вот это тактика, тактика с видом сверху? Нашего главного героя зовут Чувак. Чувак? Постали. Да, чувак. Это не имя, чувак. Ну, удивляет только такое имя. Мне кажется, внутри. Мне кажется, Постов это и есть имя. Это giving the potential for all sorts of crazy levels and enemies. Тоже металл играет, кстати. А это что за человек без рта? Предыдущей серии. Мое имя Филипп, я искатель. Филипп, без разницы. Я искатель. Нет, разница есть. Ну, у них Филипп, у англичан. Нет, Филипп. У них Филипп. Это у нас Филипп. Филипп. А у них Филипп. У них ударение на другую. Нет. Нет, у них тоже Филипп. У них тоже Филипп. Филипп. Батя. Нормально? Не Киркоров, ну-ка. Филипп. Я про Кандей. Ладно, я про Кандей. Светский город. Я пришел поговорить с тобой насчет кое-чего важного. Ой-ка. Это насчет твоей жены. А, это игра про жен-то этих. Я вспомнил, что это за игра. Она уже была, эта игра. И он ее на второе место поставил. Смерть делает нас. Нас разделяет, наверное. Смерть нас разделила. Да-да-да, это вот это вот. Убивать своих жен. Я нашел письмо от Луны. Моя любимая жена называется, да. Менеджмент симулятор. But this is a very dark and disturbing management sim that should come with some content. Он на второе место эту игру поставил, господи. After the tragic passing of his призвать можно суккуба. Суккуба призвать можно. Призвать суккуба и идти в кровать с ней. And summoning demons in order to do so. Убить их что? You are assigning the succubi various tasks in order to raise their carnal essence level, ultimately having to kill them to harvest their essence. Это твоя настоящая любовь. Being messed up on so many levels and is for the macabre, but it looks very well made and due to the developer's previous work in my love. Ну, короче, цена ли твоя душа, типа? Also, should be excellent as well. Живай. О! Опять какой-то Vampire Survivors.
I've not one, but two Vampire Survivors likes in this video. Еще один Vampire Survivors like. 20 минут до рассвета. Ранний доступ на первое место. Василий, первое место. Рогалик. Ага. Рогалик, где надо только стрелки нажимать, туда-сюда ходить. Куда ели эти рогалики? А их будет куча еще, Василий. Их будет тонны рогаликов. И не только карточных. Медосоуса хватает с головой. И народ будет это поддерживать. Еее, рогалики, да, больше рогаликов. И никто не говорит, что им это надоедает. Они хотят больше. Ты знаешь, как вампиры хотят больше крови, вот так и люди хотят больше рогаликов. Печально. Да, печально. Ничего не поделаешь. Хотя мне сейчас дизлайк поставят. Ты что сказал, печально? Рогалики же это охеренно. А, есть такие фанаты, которые вот реально считают, что рогалики это лучший жанр в мире. И чем он лучший, вообще непонятно. Да, мне достался с головой хватает. Ну вот. Ну что ж, вот такое было видео. Не знаю, понравилось оно вам, не понравилось. Мне лично 50 на 50. Мне нет. Мне только понравился. Мне только вам одна игра понравилась. Рогаликов много. Brave for Fight это не мое. Pacifist не мое. Please Fix the Road не мое. У меня один вопрос. Почему Кремль так любит рогалики? Не мое, не знаю. Почему вообще на Западе любят рогалики? Еще один вопрос. Симулятор этого строителя, который даже без анимации строительства. Thievery 2, Imperium, Mythbusters, Rogue Heralds, Battles of Asha, Space Wing War. Вот эту я посмотрю. Space Wing War. Так, сейчас погоди. Space Wing War. Вот такой вот вор, только спейс. Это про войну, если что. Так война, войной, все дела. Ну все. Игра про мою любимую жену, это не мое. В общем, то что, всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи, до скорой встречи, еще увидимся.